Какие брюки выбрать на осень? У нас есть много вариантов, на самом деле. Чаще всего сравнивают брюки ветровочные и брюки softshell. Например, вот такого плана. Вот они. И брючки классические, ветровочные. В чем, собственно, их отличие? Брючки softshell сделаны, собственно, по такой же технологии, как курточки. То есть они водозащитные, ветрозащитные, и они дышат, то есть они мембранные. Отличие от ветровочной модели в том, что брюки softshell, они тянутся, и у них мягкая подкладка внутри. То есть они будут теплее немножко, чем обычная модель, и в них ребенку будет комфортнее, потому что они садятся прям вот по ножкам. Модель классическая ветровочная. Обычно у них подкладка гладкий полиэстер, соответственно, удобно надевать. Можно надевать на колготки, на голые ножки, на флисовые брюки. То есть они этим универсальны. Можно надевать на школьную форму, в принципе. А на погоду от плюс 10 градусов и ниже, вместе с демисезонной курткой, мы уже переодеваемся в демисезонные брючки. Они идут на утеплителе, то есть ножкам тоже будет тепло. Можно выбрать брючки на талии классического кроя с подтяжками. Вот они здесь. С подтяжками. Либо можно выбрать полукомбинезон. Если, например, ребенок маленький, вы переживаете, что в брючках будет все время выправляться футболка. А вот такого плана модели полукомбинезончиком. У них высокая грудка. Здесь все закрыто. Штанины на резинке, соответственно, все удобно фиксируется, не задирается, и на ботинок надевается штрипка. Вообще, вот этот полукомбинезон Керри во всех расцветках у нас самая популярная модель на осень, потому что они водонепроницаемые, износостойкие, ну и вообще садятся отлично на любую фигуру, ну особенно на худышек, сидят классно.